Толя. Вчера случился неловкий казус. Я поехал около 4 часов в полной уверенности, что не встречусь с СФ погулять в лес. Она в это время обедает. Случилось же, что я выехал несколько раньше, она опоздала, и я встретился нос с носом. Хотя мы к лицу были на одно мгновение, но я так жестоко сконфузился. Однако же я учтиво снял шляпу, а она же мне показалась совсем растерялась, она не знала, что мне делать. Ты шел в состоянии такого упоения, такого экстаза, который охватывает всю мою душу, который расстраивает мне здоровье, от которого я все-таки не хочу освободиться ни за что. 2 дня назад я получила 4-ручное переложение нашей симфонии. Я играю, не наиграюсь, я не могу наслушаться ее. Боже мой, как вы сумели изобразить все, все, чего так много перечувствовала в жизни я, и что делает мне эту музыку близкой, как выражение моей жизни, моих чувств. Петр Ильич, я стою того, чтобы эта симфония была моя. Никто не в состоянии ощущать в звуке то, что я. Никто не в состоянии оценить ее так, как я. Я не знаю, можете ли вы понять ту ревность, которую я чувствую относительно вас при отсутствии личных сношений между нами. Знаете ли вы, что я ревную вас самым непозволительным образом, как женщина любимого человека? Знаете ли вы, что когда вы женились, мне было ужасно тяжело. У меня как будто оторвалось что-то от сердца. Я ненавидела эту женщину. Мне казалось, что она отняла у меня то, что может быть только моим, на что я одна имею право, потому что люблю вас, как никто. Ценю выше всего на свете. Если вам неприятно это все узнать, простите мне эту невольную исповедь. Я проговорилась всему причиной симфонии, но я думаю, не лучше вам знать, что я не такой идеальный человек, как вам кажется. К тому же это не может ни в чем изменить наших отношений. Я не хочу у них перемены. Я именно хотела бы быть обеспеченной, что ничто не изменится до конца моей жизни, что никто... Этого я не имею права говорить. Забудьте все, что я сказала, у меня голова не в порядке. Писать я больше не буду, потому что я говорю глупость за глупостью. Простите и поймете, что мне теперь хорошо, что мне больше ничего не надо. Забудьте это письмо, но не забывайте всем сердцем любящего вас Н.Ф.